Hey, с вами Маша Мэй. Сегодня я снимаю для вас влог из аэропорта, а также из Парижа. Сейчас мы с моей семьей находимся в VIP-зале и ждем посадки на наш рейс. Тут я решила пойти посмотреть, что же предлагает VIP-зал в плане еды перекусить. Конечно, я уже поела, но просто решила посмотреть, сходить, потому что было очень скучно. Через некоторое время после этого мы с моими родителями пошли на посадку на наш рейс, так как наш самолет уже прилетел и ждал нас. Ну что, пора взлетать? И вот, наконец-то мы приехали в наш отель. Я не знаю, как название читается, поэтому извините. И он оказался супер крутым, супер стильным. Мне он очень понравился. Обстановка такая, разные шляпки. И посмотрите на эту милую птичку. Итак, я бы хотела показать наш номер. Давайте начнем с туалета, потому что он попадается прям первым, потому что он находится около входа. Ну, в общем, как обычный туалет. Там есть душевая кабина, раковина и все. Короче, когда мы заходим, мы видим огромнейшую кровать с двумя тумбочками. И она супер крутая. Так, здесь у нас находится телевизор, вот такой милый столик, пуфик, на котором, за этим столиком можно что-то писать. Тут я нашла какое-то меню для завтрака, я не знаю, что это, похоже на завтрак. Тут находятся разные чаи, кофе, сливки, тут чайник, кружки и так далее. Мне кажется, или Катя Клэп в своей прошлой поездке в Париж останавливалась либо в этом отеле, либо в отеле, который находится рядом с нашим. Просто виды очень похожие. И на этом первая часть влога заканчивается. Всем пока, до новых встреч в новых видео.